Доброго утра! У нас уже 10. Мясо варится. Мы уже поработали, порвали петрушку. Вот. Сегодня я открыла глаза в 5:30. Встала уже ближе к 6, но так вот все рано. Сейчас переоделась, потому что с утра было достаточно прохладно. Без футболки, без штанов никак. Но сейчас уже получше, тепло. В общем, лето в разгаре. И будем готовить лапшу и еще вязать зелень уже под навесом. Патриотические песни. Давай. Мама, что ты входишь без стука? Россия, Россия, любим мы тебя. Россия, Россия, бесконечная страна. Россия, Россия, бежевые березы. Россия, Россия, белые березы. Россия, Россия. Россия, Россия, Россия моя, Россия, Россия, Россия. Ура! Григорий, аплодисменты, аплодисменты. Мы вяжем укроп, а свет выключили, короче, будем теперь... Да, и Антоха тоже. Мы с мамой вяжем уже щавель. Хотела статить доктора. Поэтому кино про больницу ты уже не любишь, да? О, сижу не приятно. И что тебе помешало? Папа? Я не знаю. Гриша, почему там свет горит? Это то, что мы зашли. Пузырьков? Так надо ж покупать, зечка. Закончились уже. Все пускали, и они закончились. Но вы еще налейте. Так надо ж купить пузырьки, залить в баночку и прикрутить сюда. Понимаешь? И вот так нажимать, и нажимать чуть-чуть. Хоп, и еще. И будет их много, да? Да, я приеду вам. И вы меня будете пускать? Мы поводить будем. Да. Вот это что? Сачок ловить бабочек. Можно я попробую? А ты иди на улицу и попробуй. Найди сначала, где бабочка летает, а потом бах, и накидывай на нее сачок, и она туда попадется. А вот там есть вот это. Это травка, да? Вот это чей телефон? Твой, по-моему. Или Маргошин, чей это? Это мой. Да? Я такое хотела. Ты такое хотела? А вот это что? Вот это вот? Это, по-моему, Григория, да? Нет, вот это вот. А, наша? Вот на рынок хрен сделали. Такие вот пучки повязанные хрена. Уже морковка. Щавель. Укроп. И где-то еще был чеснок, наверное, уже убрали. Григория сейчас на карате повезем к 6 часам. Что, мне там час еще ждать? Угу. Так нормально не пополдничал. Ну а что ты не пополдничал? Вот этот человек только пришел из садика. Папа меня привез. Папа тебя привез? Да. И куда теперь ты собрался? А? Капоты. Куда? Попать. А, пахать? Да, папай. С папой? Бабочка. До свидания, бабочка. Эти ребята на каруселях. А. Ну ничего, конечно, а что? Да, уже ж высохло там. Да, там все сухое, там не мокрое. Хорошо. Приготовьте еще мороженое, много! Да, а то они меня не оставили, Зоя приедет, делать что было есть. Только ты ж держись же, вертушка ты моя. Держись. А я вот здесь катаю я и сажусь вот сюда.
Марго, ну как тебе? Мам, а здесь не надо ее красить? А это что там? Краску папа принес, скоро будем красить. Это знаешь, что? Леха с Дахой прыгают. Тут за помощники, а папа еще и в белой футболке. Вот какой молодец. Все как мама любит, да? Пока, сынуль, а ты что, со мной не поедешь? Тут занят, да? Да. Работа у тебя? Нет. Трудная, а что вы делаете? Работа, что, аккумулятор убитый, что ли? Расскажи, что? Мы тут трактор чиним. Трактор уже чините? Да, он ломит. А он уже сломан. Ну, там что-то надо перенести, да, вверх? Газ, да? Аккумулятор. Газ уже. А, ты уже газ сделал? Так, ну все, я поехала за Гришкой. Еду за Гришкой, моя любимая пора. Смотреть на солнышко и петь песни. Круто. Обожаю ехать в машине и петь. На всю машину, пока никого нет. Сейчас вот 19:16, солнышко еще достаточно высоко. Так что за Григорием еду, карате в 19:30 заканчивается. Вот оно, красивое небо. Вот сейчас к 8 часам оно. У нас очень-очень красивое. Обалденно розовый закат. Я тут кое-что купила в Магните, сейчас пойдемте покажу. Это не мои покупки с Магнита. Купила хлеб. Если в Магните, то беру всегда резанный, и именно, вернее, летний, именно резанный, чтобы уже не заморачиваться. С хлебом особенно там не было большого выбора. Вот взяла еще вот такой вот бородинский, новый какой-то, и творог взяла, 15% сметану. И два творожка 9%. В общем, сегодня очень хочу творога.